Дам я тебе слот. Отдыхай. Ну что, погнали некстовую. У нас сейчас в каточку зашел многоуважаемый парнишка, с которым мы когда-то драконили весь айкап. Уничтожали просто. Тотальную. Тоталину. Паки-каки. Так, я не хочу на Мурлоке. Спасибо за подписку. Не хочу, я на Джаге побегу. Ладно. На Инессе. Я на Инессе лучше мид пойду. Я лучше мид пойду на Инессе, пофиг. Погнали. Ну, давай, побегаем немного на Болоноре. Benefits me. Свапайтесь там, дайте 10-му слоту что-нибудь побегать. Максимка. Кафе, брат. Так, ну что, паки-каки у нас тут. АФКшный. Паки-каки. За Пипивску и двор. Гоу. Второй раз сегодня задают мне вопрос. Какой высоты у тебя камера? Отвечаю, 2000. Уже два раза я ответил на этот вопрос. Два раза ответил на этот вопрос. Чупа-пупс. Это какой бот? Второй. Хорош, бро. Камон. Камон, бро, камон. Блин, как же жестко будет, тяжело. Вот тут вот это, и вот тут вот это очень жестко. С кем из игры вы кошмарили? 10-й слот. Раньше очень часто вместе играли. Очень часто вместе раньше играли. Райзер, Виндрейджер у него никнеймы были. Топ-ТБшках дрались. Пасикапи, спам, МХ, капсы еще есть? Не знаю. Я не видел. По-моему, убрали эту тему. По-моему, убрали. Так, центральный коридор, да, он идет, по идее. Он АФК, ну пусть стоит АФК. Плюсик, плюсик, брат. Come on, come on. Stay out of my way. О, лич, крипулю скушал. Крипулечку скушал. Усра. Хорошо. Камон, бро, камон. Крипулю скушал. А, так можно суициднуть просто две пачки. Не могу зарегистрироваться на айкапе, в плане просто напишет, что никнейм занят. Ну, значит, надо такой никнейм, который не занят, дядь. Почему нет? Сделай такой, который не занят. Может, у тебя багнуло. Попробуй страницу перевести. Обновить там. Есть такой прикол. Такой прикол есть, братец. Come on, бро. Камон. Дамаги не хватило, бро. Фозен отразим, брат. Не отразим. За феназепам. Чувак, у меня тоже сапог есть уже. Я тоже быстрый.
Бахай на себя ФКшит, мне очень нравится. Миссинг, между прочим. Ну, медведюган сильнее в миду, чем Баланар, поэтому надо аккуратно двигаться. Че там, хаста выпало, да, небось? Ну да, хаста. Ну, бывает, ничего страшного. Пока фармим. Здорово. Тебя же большинство СНГ, чем Россия. Нет, Россия, по-моему, на первом месте. Потом идет Узбекистан, дядь. Вот не соврать. Не соврать. Ком завис, факикаки. Ну окей, на next зайдешь. Надо не забыть, что я тебе слот выдал, но ты не зашел. И че это вот это? А, у тебя... Ком завис, господи. Ну, вчетвером, не знаю, у нас и так, как бы. Уже третья минута, не знаю. Не буду я рейд делать уже. Ночь, подожди, дядь. Резкий, резкий, дерзкий. Оп, хорошо. Резкий, дерзкий, как пуля мерзкий. На топе руну зачем забрал? Думаешь, рейд делать? Ну, я не знаю, я не хочу рейд делать, но что? Стартанули уже. YouTube не платит, брат. Неотразим. Неотразим. Он отразим. И тут платит копейки совсем. Урса очень много на ганге прогулял. А, так ты же в игре, да, факикаки? Так я твой слот аннулирую, один получается. Один слот получается минусом. Отдыхай, дядь. Да, он мид не выстоит он. Я когда ночь возьму, он не выстоит уже. Бери, бери, бери. Go. Он не выстоит. Как ты его упустил, дядь? Ну, ты чё? Кресты. Ну вот это плохо. Ладно, ушел. Он, конечно, хорош, но недостаточно.
Да, возьмем кнопочку и погнали. Ну что, если команде лучники, красотки? А, да, забавно звучит. Почему на Hellways 3 нет карты Питлорда? Я не знаю, почему так сделали. Но это кринж. Отойди от меня, дядь. Издеваешься? Бха в бане? Нет, за что у него же лагануло? Как убрать ограничение 60 FPS? Никак ты не уберешь. Как ты уберешь? Два года назад в гайдах про Фаерлорда. Фаерлорд есть такой, да. Есть такой, дядь. У-у-у. Ну, Вентра, добрый вечер. Ну ладно. У них там пик очень грязный. Дазл. Дазл плюс. Винтер. А у нас вот это вот. Так что, скорее всего, 90%, что мы тут проиграем. С таким сларком. С таким сларком мы тут вряд ли потянем. Если сларк не начнет фармить, там что-то делать. Смотреть YouTube из-за этого мало платят. Да что платят? Мне пофиг вообще, сколько платит YouTube. YouTube ничего сейчас не платит в нынешних реалиях. Понимаешь? А что спорим, он сейчас Рошана пойдет? Расхитительница эта. Назлик с вардиками. Что у нас по саппортингу? У нас сапа даже нету, да? Винтер. Ну да, он пойдет сейчас по-любому в рошпит. Читабельно. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, он наш. Шестой левел, но меня замедлит очень сильно сейчас. Хорошо. Рошана бы заколотить было бы хорошо. Ничего страшного. О, день, не потянем. День вернулся, до свидания. Ну, паузить не буду. Но мне ни к чему этот выпендрёж топ ТБшный. Ну вот чё, Урса и Мид Баланару он подслил, да? Команда ему выиграет игру, 99% даю. Типа, саппортинг там лютый будет. Ну, типа, вот это паузить чё-то, я тебя умоляю. Ну, что за детский садик? Если я буду паузить, так я же буду токсиком всея наследие. Понимаешь? У меня Сларк Фидир, гудбай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, вот такой, понимаешь? Goodbye фидер на сларке. Так что тут будет тяжело. Попробуем, я до конца поиграю тут. Паузить не буду. Ты, ну куда еще одну руну ты идешь забирать? Что за кринж ты, таракан, а? Ладно.
Like G. Он сейчас пойдет опять туда, да? Я руну просрал. Гоу. Have an idea. Убегает уже. Прямо что-то вспоминаю гайд на Баланара, да? Ну как это можно не прочитать, не знаю. Это же так читабельно. Stay out of my way, брат. Come on, bro. Винтер Виверна. Вот это серьезный оппонент, Винтер Виверна. Надо ночь ждать. Пока фармим. Денек. Винтра молнию там собирает. Ну, стандартизация. Винтер Виверн в катках. Да, я более чем уверен, отпинают. Ты их пик видел, дядь. Если Сларк не начнет плеить, то отпинают, конечно. Сейчас они вместе толпой пойдут Рошана забирать. Кто там фидить пошел? Джага? Красава, бро. Камон, бро, камон. Я, если что, ночь зажгу, мне пофиг вообще. Хорош. Stay out of my way. Лич пришел. 5 мид. Фармите боковые, чё лайн пустой, лайн пустой. На ТП-шках играете, чё вы паритесь? Играете на ТП-шках? Нет, я не играю один на один. Боковинки играйте, и все будет огонь. Просто фармите. Чуть подфармим. И го. О, чайник принес, дядь. Бегай, дядь. Хорош. Пойди за подписку. Рошана такие не заберут. Рошан таки заберут. Хорошая руна. Руна хорошая. Я соберись. А че ты мне пишешь соберись? Я 6-1 бегаю, чувак. Это у меня в команде 1-3, 1-4 и 0-3. И вот им надо бы как-то подсобраться-то. Так что, come on, бро, come on. Как мне подсобраться-то? Так, Рошана таки заколотили, да? Гоу. Да, билеты с УЗ можно взять. Оу. Даешь ему двойку и бежишь. О, так их тут пятеро. Ну, сарямба. Их тут пятеро. Дагер, Аегис. Кайф.
Сейчас в меду дофармим. Я не видел, я же чат еще подсчитываю как-то мне. Не успеваю. Здорово. Че у нас Ларка ФК стоит? Блин, а это плохо. Это печально. Алейкум ассалам. Курьера слили, но там вард стоит, значит. Блин, это плохо. О, сбил. Салом сбил, прикинь. Да, Билаз, знаю. Ломайте. Это плохо. Я рассчитывал на ТП-шки уходить. У Рейзера Пут он паузу сделал, потому что Виверна его хил и враг застилила. А, я понял. А я думал, он этот, как ЧСВ сделал, как стандартный, да? Топ тебе. Блин, ну плохо, я без Радика остался. Такой кринж. Вот здесь вот вард, скорее всего, стоит. А у нас неким девардить даже. Неким. Ну да ладно. Да ладно, сейчас Аега пропадет, начнем делать вещи. Даггер возьмем и погнали. О, Джиггернаут, брат, ну как так? Professional Gaming, покажи, Голден. Мы верим в тебя, мы все смотрим на тебя, брат. Голден, дорогой, на тебя все смотрят, весь мир на тебя равняется. Прикинь, Тракса там профессионал оказывается. Professional Gaming показывает. Почему у тебя английская версия? Мне так нравится. Очень приятно так играть. Башер плохо. Башер это плохо. Но у меня есть промах 80%. Он идет сюда. На Усри. И ну еще ульту поставь, да, Сларк че бегает. Боже. Кринж. Блин, как мне Радика не хватает. Такая абассанская вот эта тема, что Радик кто-то подрезал мне. Я бы убивал бы. Ну, видите, команды, да, кресты там. Вот они вот так сейчас соберутся, они игру закончат. У нас нечем отбиваться. Жалко, Сларк не захотел помогать. О, Радик есть, наконец-то. Гаста. Ломайте боковинки. Ну, убивай. Убейте его. Он один. Сларк, прыгай, дядь. Души, души, души его нафиг. Вы же убиваете его. Он же крипуля. Он чересчур нагло играет. Но он дазл, дазл делает вещи. Дазл делает. Убивай, убивай. Дазла хотя бы. Погнали, сейчас подеремся. Давай, давай, души его. Ой, рак на Сларке. Да попади ты в него, блин. Что, ты убить его не можешь, что ли, на Сларке?
Паузы, я не буду паузить. Вопросы. Я чересчур сильный в этой доте. Но это ни о чем не говорит. ММА смотришь? Нет. Зачем мне ММА смотреть? Я могу KFC посмотреть, брат. Не ММА, а KFC. Нормальная тема. Настроение сделай с ним игру в своей рубрике. Не буду с ним делать рубрику. Он заходил как-то, играл, он постоянно у меня выигрывает. Смысл мне играть с ним? Вечно выигрывает, дядь. Are you wait, your cancel? Туда его. Туда его. Возможно, вот это, возможно, ошибка, но я постараюсь пересмотреть. Вот здесь Рошан вышел, уже надо чекать. Что там ночь 16, сейчас уже день настанет, блин. Забрал, красава, бро. Сейчас ночь будет, секунду. 3, 2, 1. Да толкой толпой, они перебьют нафиг тут всех сейчас. Я не полезу. С таким условием я не полезу. Их надо раскайчивать, сплитовать. Тогда все изи получится. Да изи. Я так не силен. Вот так вот 1 на 5 запрыгивать. Дазл закрысит. Винтра поставит Cold Embrace. Поставится курса. Все в меня поставят. Я сдохну. Я лучше сплитану их. Куда больше импакта будет. А, ну они сейчас будут просто за нами бегать. Сейчас даггер купим. Винтра идет. Не хочу под курсой стоять. Он курсу дает. Ну, Сларк-то уйдет, по идее. Не, не уйдет. Уэп-уэп-уэп. Просто растягивай их по сторонам. Сейчас даггер надо. Огони бы еще кто запулил. Нет. Не похож я на него вообще абсолютно. Два противоположных человека. Right. БКБ-ху делает. У нас БКБ-шка будет сложновато уже. Надо даггер быстро. Чувак, у меня КД ульта 10 секунд. Я могу по КД в ночи бегать. Мне все равно. Я могу по КД в ночи бегать. По КД. Вот сейчас, смотри, вот кончается 14 секунд. Сейчас, смотри, день настал. 9 секунд КД ультимейта. 9 секунд.
Неужто это красивая тема? 9 секунд, когда ульты, дядь. Девять секунд. Они фармят. Ларк в таверну ушел, да, бро? Красава. Валейкум ассалам. Там внизу суета, гоу. А я успел курсу поставить, но я, по идее, живу все равно. О, нет, скорее всего, не живу. Ты достал. Боже, второй раз этот чел рандомно мне ТП-шкой сбивает. Вернее, ТП-шку сбивает второй раз рандомно теле... этим. Такой кринж. Тридцати винрейтный на траксе чел делает больше, чем Урса. Реально. Что это за кринж? А можно мне, пожалуйста, пожить? Не могу улететь на телепорте. Чел салом мне сбивает ТП. Да дагер, дайте мне дофармить, меня никто не поймает в этой карте. Вот тут бы добил, кстати, если бы Сларк не жмыхал Даркпакта. Я бы скорее, я бы тут сейчас не сдох 100%. Ну, игра к логическому завершению идет. Так что нормально. Спасибо за подписку. Они бегают, как эти, как дурачки за мной. Влево-право, влево-право. Не понимают, что нужно делать по игре. Блин, а вот опять, да, вот 1800. 1800. Ай, БКБшка. Ну, БКБ это уже плохо. Это беда. Это беда. Это беда. Братан, он не в топ-3, он в топ-1. Какие топ-3? Ты о чем вообще, чувак? Он вообще тушит так, что ну его нафиг. Да можно F1 нажать, не работает кнопка. Ура! Есть. Да проиграем, да, скорее всего. Потому что у нас Ларк, не знаю, у него Сильвер за все это время только. И вардики надо. Вардики будут. Будем тушить. А так пока сосем. Ну, получается два слота, потому что видишь, как вышел с игры. Паки-каки. Можно аганим сделать, но тогда дамаги не будет. БМ надо, спасибо, там Урса с БКБ. Точно БМ надо.
А хорош меня это ставить дерьмо, да? Но я опять сдох. Конечно, как мне выживать в этой ситуации? Это такой бред. Этот курсу дает, этот чайник дает. Сплитуй, да. Иди туда. Да, какой БКБ? Вы не шарите, как играть в эту доту, чуваки. Вы не видите их пик, что ли? Какой тут БКБ? Пробьет БКБ. Тракса дамагер, Урса дамагер. Какой БКБ? О чем речь? Тут не выиграем мы ни одну драку. Уже поздно, уже 33-я минута. Тут нужно только сплитовать, не более. Если мы не сплитуем, то мы не выиграем эту игру. Понимаешь? Тут по-другому не выиграть эту игру. Ее надо сплитовать. И все. Он Сларк, который Винтер Виверну убить не может. Это позор. Просто тотальный позор. У меня просто не с кем играть. Как обычно, вот такие вот, да, вот игроки заходят. Мне просто не с кем эту игру играть, и все. Просто не с кем. Просто не с кем эту доту играть. Элден, брат, ну не умирай. Ультани хотя бы, да? Не знаю, тут максимально просто игра. Mid for Sim BB. Топ ТБ. Какой топ ТБ ты, дядь? Ты лох ТБ. Отдыхай. Топ ТБ он мне показать хочет. Но я четвертого вырезал, это курсы не будет. Мид, 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 ломайте. Идем. Не надо в меня курсу свою обоссанную кидать. Б. Да, найс. Идите. Не знаю, вообще. Типа, настолько примитивная катка, ну реально. Тупо, они, бедолаги, не знают, что такое сплит-пуш. Соберитесь, идите в анвейте. Что добавили герой? Конечно. Хотел играть, видишь, не по моей вине. Ничего страшного, выделю тебе, все, не ной, пожалуйста, только. Только не ной в чате. Только не ной, пожалуйста. Урса Егу берет, найс. Отлично.
Ломай, 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 смело ломай. Вампирчик, милый мой вампирчик. Остренькие зубки. Вампирчик, милый мой вампирчик. Остренькие зубки, я тебя люблю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вампирчик, милый мой вампирчик. Остренькие зубки. Stay out of my way. Сейчас бой будет Шафхал и Перс. Вай, вообще, брат, интересно мне. Кто ж победит, интересно. МКБшка. Печалька. МКБшка это печалька. Муршант нет, надо немного по-другому тариваться тут. Низ растяните, да? Мне ММА абсолютно не интересно, правильно. Что за кринж? Блин, я вообще, типа, ну, в этой катке максимально не парюсь. Типа, делаю, что хочу. Я вообще делаю, что хочу. Хочу, ливну, хочу, ФФ напишу. Ультани в него, Джага. Джига-дрыга. Сделай Тараску, сделай Хекс. Травала не хотите? Для начала. Маега, подожди, Маегу. Маегу подождем. Stay out of my way. Of course. I'll do what I must. Which way? How will this benefit me? By any means necessary. Don't waste my time. Ты один играешь и один пушат, будешь ПТС на стол. Брат, не надо мне ПТС на стол. Жалюсь там. На чили на расслабоне хочешь, брат, быть, да? That was my plan. Привет, Роликс. Рауликс, бро. Здорово.
Алейкум ассалам, брат. Как ты? Как дела? Приветствую тебя. Рад видеть, дорогой. Как твое настроение? Готов сегодня порабощать? Готов, ГГ. Жестко. Good game.